Молодой, но перспективный. Именно так можно охарактеризовать ульяновский завод немецкой компании «Шефлер». Площадка расположилась в промышленной зоне Заволжья наряду с другими иностранными компаниями. В числе производимой продукции – подшипники для грузового, легкового транспорта и пассажирских поездов, колесные модули и корзины сцеплений. На площадке размером в 12 тысяч квадратных метров автокомпоненты не только производят, но и оказывают услуги по их ремонту и восстановлению. За последний год таким значимым событием было то, что мы реализовали проект по обслуживанию наших подшипников, что позволило нам получить новых клиентов, таких как Siemens, таких клиентов как Северсталь, да, и клиентов железнодорожной промышленности. В этом году промышленная площадка празднует свое 4-летие. За недолгий срок команда достигла неплохих результатов. Для сравнения, начинали с первой линии по выпуску сцеплений, где объем продукции в год достигал 50 тысяч механизмов. Сейчас линии 4, и каждая производит до 280 тысяч компонентов. В планах компании поиск локальных поставщиков. Один уже найден. Им стал Димитровградский автоагрегатный завод. Мы планируем, так скажем, инвестировать около 50 миллионов рублей на реализацию проекта дальнейшей локализации. Такой поставщик, как ДААС, был номинирован. Первые поставки уже начались. В этом году еще 4 проекта будут реализованы в ноябре месяце. Обязательное условие работы немецкой компании на ульяновской земле – конечно, привлечение местных специалистов. Их на предприятии трудится 113. Многие работают с самого открытия завода и уже успели повысить квалификацию. Я устроилась сначала слесарем МСЕ на линию, а потом уже перевелась наладчиком на линию. У нас бывает очень хорошее мероприятие, день семьи. Каждый год у нас Новый год отмечается как бы корпоративный, дарит нам какие-то подарки, там, ну, награждение у нас получается, то заслуженный там. Как заверило нас руководство, устроиться на «Шефлер» не так уж и сложно. Достаточно иметь среднепрофессиональное или высшее образование. При приеме на работу каждый сотрудник проходит недельный курс в учебном центре. Дальше к нему прикрепляют опытного наставника, который помогает новичку на производстве. Совсем скоро на заводе объявят набор еще 20 сотрудников. Именно слаженная работа трудового коллектива позволила достичь небывалого показателя. За 4 года на предприятии не зафиксировано ни одного брака. Дарья Сударева, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.